Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жек, и сегодня мы будем начинать нашу новую небольшую рубрику, где мы будем устраивать собственную войну, прям третью мировую. Да, ребята, всем привет, и это наша новая рубрика, поэтому выйдет ли новая серия, зависит только и только от вас. Но мы очень сильно надеемся, что вам понравится эта рубрика, поэтому влепите огромный палец вверх на мой видос, на видос Евгения. Если мы наберем, ну, хотя бы 15 тысяч лайков, то мы обещаем то, что сразу же выйдет следующая часть. Поэтому, ребят, все зависит только от вас. Мы очень надеемся, что вам сейчас все понравится, а мы, наверное, пойдем объяснять, да, что же тут у нас будет происходить. Да, поэтому погнали. В общем, ребята, как видите, у нас тут есть две небольшие базы. Синий цвет — это цвет Джеки, красный цвет — это мой цвет. И у нас, у каждого есть своя небольшая армия. Как видите, это моя армия, это моя армия. В каждом загоне есть небольшая армия. Дебилы, обратно, собака, куда выбираетесь, идиоты. Обратно давайте залезайте. А вот, у каждого есть своя небольшая армия, тут 16 человек, ну уже, наверное, больше, потому что оттуда выбралась. Тут 16. В сумме у нас, я даже не знаю, сколько, нужно проверить. У меня 82, у Жеки 83 воина. То есть, если я проиграю, это значит, что Жека 4, потому что у него на одного бойца больше. И как видите, ребята, мы их снарядили различными оружиями. То есть, у моих воинов есть щит, есть палки, есть дубинки, есть специальные очки, есть специальные плащи, есть специальная броня усовершенствована. У этих есть специальные зажигающие палки, которые поджигают врагов. У этих есть лук, ну то есть у них есть гравий, а гравием они могут бросаться так же, как стрелять из лука. Ну то есть много всего у нас тут. Тут у меня стоит защитная турель, то есть она отстреливает врагов, которые близко подходят к моему замку. А тут у меня стоит Нексус. То есть чье войско быстрее уничтожит Нексус врага, ну то есть или я Жекин, или Жекин мой, тот и победил. А как видите, все на самом деле очень просто. Но война. Война близко. Война наступает. Посмотрим, кто из нас может победить. Чё, войско сильнее? Но все же, даже если кто-то проиграет, то мы не сдадимся. Мы сделаем следующую серию. Если, ребята, вам, конечно, понравится эта рубрика. Мы надеемся, что да. И если что, в следующей серии мы вам объясним, как мы строили эти замки, как мы спавнили вот этих человечков, как мы их одевали, что каждая вещь им дает, то есть насколько они сильнее становятся. И также сможем скинуть этот мод в ссылке в описании. Вот, поэтому... Обязательно еще раз поставь огромный палец вверх, если ты это все хочешь видеть в следующей серии. А сейчас давайте погнали. Дождемся Евгения и начнем нашу войну. Да. А Эдисон писюн показывал. Чё ты сказал? Все! Объявляю тебе войну! Войну объявляю тебе, Жека! Все, жопа играй! Бросаю в тебя свою перчатку, Эдисон! Перчатку. Хорошо. Не, понимаешь, на самом деле мы-то не будем сражаться, будут сражаться наши войска, да, так сказать. Да, и мне интересно, на самом деле, даже что с этого получится. Ты заметил, что тебя на одного бойца больше, чем у меня, зараза! У тебя 83. Да, давай я кого-нибудь убью. Давай. Так возьму такой. Пау! А, молодец! А, все, все, 82. Все нормально. Все. Короче, ты готов? Я готов всех порвать просто, понимаешь? Надеюсь на это очень сильно. Давай! Готов? Да, я тоже готов, давай, выпускаем на счет 3. Давай. Раз, два, три! Война, началась! Давайте в атаку! В атаку! А, у нас еще 4 подкрепления есть! Нифига себе, у тебя какие-то поджигающие оружия, я такие даже. А что они ничего не поджигают? В смысле? Я не знаю, у тебя какие-то стержни. Нет, мои терпят поражение, слушай. Да! Мне кажется, нужно выпускать. А, то есть ты подкрепление выпускаешь. Хорошо, я тоже выпускаю подкрепление. В бой тебе или туда побежал, в другую сторону. Да, туда. Я пока еще не выпускаю подкрепление. Я не знаю, что делать. Но мои войска явно терпят поражение, поэтому... В атаку! Пацаны, давайте! А почему они не нападают? Что с ними происходит? Пацаны, давайте сюда внутрь, Нексус валите! Давайте! У меня такие кролики прыгают, такие дай. Я не знаю, что происходит здесь. Пацаны, иди туда! Что вы делаете? Твои поджигающие, твои какие-то пожёстче. Подожди, а чё это вот красное, смотри? Чё это красное такое? Как будто редстоун какой-то, видел? Вот, смотри, вот редстоун типа. Я не знаю. Или ты не видишь вот это?
Не, я этого, видимо, не вижу. Ну, фиг его знает, короче, Эдисон. Кролики у него всякие, только посмотрите на него. Пацаны, в атаку, давайте еще вот эти. Ненормальные кролики, ненормальные кролики. А подожди, у нас вообще новые войска спавнятся или нет? А, нет, я говорю, у меня что-то вообще не спавнится. У меня тоже ничего не спавнится, я не знаю. Так, собирай вот эту хромину, которая на земле валяется. Хорошо, я выпускаю еще свое подкрепление, потому что мне кажется, что я так профукаю по фасту. Пацаны, в атаку, давайте, давай. Смотри, мой на кролике, хотя его вообще как бы даже не создал, смотри, на он синем кролике. С кого ездил кролик? Пацаны, давайте! О чем? Вот тут мои задние вообще как бы даже ничего не делают, просто гуляют. Они бегают, им нормально. Им хорошо, а что вообще происходит? Что происходит? Пацаны, в атаку, давайте, еще одних выпускаем, давай! У тебя пока что в два раза больше войск, и мне кажется, что это жопа, что у меня жопа, что у меня полнейшая жопа. А ты уже всех выпустил? Да, всех выпустил. Нихрена себе. У тебя вот просто, они у тебя, видишь, по два наносят, а у меня наносят по одному. Подожди. Они поджигают. У тебя сильнее войска, понимаешь, сильнее войска. Думаешь, дисбаланс! Какие изумрудные ботинки у тебя. Не, вот это, кстати, я вообще этого не делал. А где он, подожди. Они какие-то эффекты накладывают. А где он, смотри. Где он? Видишь, на них какие-то эффекты, я не знаю. А мне интересно, а почему этот чувак реально в изумрудных ботинках? Хоть я как бы не делал изумрудные ботинки, даже не знаю, как их сделать. Я тоже. Я короля не делал, тут вроде можно сделать короля, но я его не делал. А я его сделал, но его уже убили 500 раз. Так, что-то странное на самом деле, что-то странное. Не понимаю, а новые спавнятся или нет? Я нет, смотри, новые вообще не спавнятся. Нет, спавнятся, у меня спавнятся. Я понял, когда становится как... меньше 10, начинают спавниться новые. Вот ясно. В чем прикол. Ясно. Мне так, кажется, мне это не поможет. А почему они Nexus не уничтожают? Они сейчас будут уничтожать, сейчас будет. Пацаны, да не на улице, не на улице воюйте, а внутрь забегайте. Они начинают его бить, все. Nexus, валите Nexus, давайте! Но мне кажется... Давай, пушка, спасай! Они не смогут Nexus уничтожить, потому что у тебя постоянно спавнятся новые, и они как бы все время отвлекаются. Вот они бьют, у меня уже хп, это не вылезет Nexus. Но мне кажется, пушка просто быстрее всех завалит, знаешь? Да фиг его знает, мне кажется, нет. Давайте, пацаны, давайте, не отвлекайтесь от этих, они слабые, не отвлекайтесь. Пацаны, подбирайте одежду какую-нибудь, давайте, вы справитесь. Опа, да не, мне кажется, они не смогут уничтожить, я говорю, у тебя постоянно спавится новый. Не смогут. А не, что-то наносят. Да. А я не понимаю, куда мои синенькие спавнятся, где? А, они от пушки спавнятся. А, они сверху спавнятся. Да, они сверху спавнят. А чё это? Это так не круто. Давайте снизу спавнитесь. Мне кажется, тогда нужно сверху. Хотя если ты сверху отключишь, то тогда пушка начнёт... Тогда пушки не будет, да. Да. В принципе, знаешь, даже баланс такой, на самом деле. Что, типа, они сверху спавнятся, им еще добежать нужно. Типа, в принципе, да. Ну, то, мне кажется, просто вот этот Nexus вечность займет, чтобы его уничтожить. Да нет, не вечность. Просто смотри. Мои дебилы, куда они убегают? Смотри! Они твои отвлекают их. Смотри, у меня один вообще чувак убежал за пределы карты. Да все, он трус. Дезертир. На расстрел. Так что не переживай. Его сейчас просто убьет пушка. Пацаны, вы не туда бежите, сюда нужно. Давайте, умирайте. Почему у тебя так много армии? Почему у меня уже 500 раз они все сдохли? Абсолютно все, которых я сделал. У тебя еще до сих пор они живы. Ты чем им так нарядил? Я не знаю. Очками, а ты очки им дал? Да, очки давал. Очки, плащ. И щит. Ну плащ ничего не дает. Щит вроде не всем дал. Вот, может, ну поэтому... вот, а у меня щит вроде у всех был. У тебя еще оружие, может, не понимаешь? Оружие. У меня палки и кости. Ничего, кости. Пацаны, давай тебе. А я даже не знаю, что сильнее, или палки, или кости. Поэтому я половине дал палки, половине кости, знаешь? Понятно. Пацаны, да не отвлекайтесь на этих синих, они ничего не сделают. Мне кажется, в любом случае тут вряд ли с моей что-то смогут сделать, потому что у меня их больше в принципе нету. Ну они тебя спавятся вечно. Ну да, но у меня уже у Nexus меньше половины хп, и мне кажется, что да, что все-таки это поражение. Это поражение моей. Победа силой тьмы или света. Давайте, пацаны, давайте! Мордор нападает! Мордор! Ты, у тебя армия Мордора! Да не туда, дебилы! Правильно!
правильно, правильно, беги. Не, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, у меня уже 38 осталось, 38, понимаете? Смотри, один дебил вообще на твоей базе что-то делает, другие бегают. Я просто на хп твоих чуваков, но у них почти у всех больше половины. 4, 19, 10, 4, 7, ну фиг его знает. Ну всех. Но не знаю, не знаю. Мне кажется, что все-таки у меня уже больше нет шансов на победу. На победу точно нет шансов, но продержаться, да, еще я. Продержаться, да, продержаться ты еще можешь на самом деле. Ну просто они отвлекаются слишком часто. Да, они реально отвлекаются слишком часто, и вот этот вот Nexus, который вообще, в принципе, нельзя уничтожить, пушка. Да, ну смотри, в принципе, тогда получается дисбаланс очень сильный. Потому что мои как бы не добавляются плюс один, плюс один, плюс один, а твои держатся всегда на 10. То есть, когда моих завалят через 6-7 да, минут... Да, будет просто равная битва. Да, будет просто равная битва, и никто никогда не сможет выиграть. То есть, у меня было где-то 50 человек, сейчас уже 22. У тебя как и было 10, так и осталось 10. Да-да-да-да, их не поэтому будет это, меньше, пока это что-то не... Да, слушай, это на самом деле очень сложный мод, и я не знаю, как сделать его прям балансным. А, ну, я так предлагаю, потому что, в принципе, победила дружба. Вот, на первую битву, ну, да, победила дружба. Победила дружба. А, Жека, я предлагаю закончить. И в следующей серии, если следующая серия будет, более все тщательно продумать и решить, как же лучше сделать вот с этими пушками. Мне кажется, да, мне кажется, можно, знаешь, сделать так, что, допустим, Nexus может работать на минут 5, а потом ты его тупо отключаешь. Да, потом тупо отключаешь, потому что вот это будет просто бесконечная битва с спавнившимися, воскресающимися войсками. Или может играть просто без пушек, и тогда пушки не будут вообще никогда учиться. Да, кстати, можешь даже без пушек, просто сделать больше войск, не 4 загона, да, а 5-6, чтобы еще более длительная такая битва была. Это все мы в комментариях напишите, мы обязательно все прочитаем, и, может быть, все так сделаем, как вы скажете. Да, поэтому, ребята... Спасибо всем огромное за просмотр, ставьте огромный палец вверх на мой видосик, на видосе Евгения, конечно же. Как только там будет 15 тысяч лайков, мы обещаем то, что сразу же в тот же момент мы выпустим новую серию войнушки вот этой, да. Да, а также не забывайте подписываться на наши каналы, потому что у нас очень много различных рубрик, и они все веселенькие, поэтому да, смотрите их и подписывайтесь. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.